Всем привет! Новости, новости. Google запустила бесплатный музыкальный секвенсор на основе браузера. Вот он у вас перед глазами. Ну, адрес вон он. Music Lab, Chrome, тра-та-та-та. Нажмете паузу и, короче, перейдете. Короче, тема интересная. Ну, предлагаю, может быть, просто попробовать, а может, вас заинтересует. Смотрите, я ее только сам запустил, поэтому сейчас буду вместе с вами клацать. Вот, у нас тут какие-то, я так понимаю, различные примеры. Ну, давайте, черт, это аккорды, наверное, какие-то. Вот, здесь можно создавать мелодии, вот, можно настраивать темп, ну, и все такое, там, диапазоны октав, и т.д. и т.п. Сейчас, короче, оно подгрузится и продолжим. Итак, подгрузилось. Здесь можно экспериментировать с музыкой. Ну, давайте, что тут, минор, мажор, я не знаю, что это. Ух ты. Надеюсь, вам слышно. Вот этот дзилинь-дзилинь. Хорошо, какая-то ерунда. Ну, давайте вот так вот. Не вкурил? Ладно, давайте что-то другое вот это. Сонг-маркер какой-то. Ага, здесь мы можем что-то куда-то тянуть. Маримба. Пианино. Ух ты. Да, да, да. MIDI, микс. Смотрите, здесь есть микрофон, какие-то настройки, темп, электроник, блоки. Запускаем. В принципе, как по мне, даже неплохо и получилось. У меня музыкального образования нету, я вообще не шарю вот эти аккорды, октавы и все такое. Но те, кто разбирается, я думаю, о, можно даже сохранить, сейв. Сохраняет оно в виде ссылки куда-то. Ну, я думаю, там не проблема потом как-нибудь найти и сохранить это в реальный уже звуковой файл. Вот, поэтому пробуйте. Давайте я вернусь обратно. Но, да, конечно. И попробуем еще что-нибудь клацнуть. Ну, вот этого чувачка с барабанами. Так, вот у нас барабаны. Кстати, очень будет интересно, я думаю, для детей. Вот. Что мы тут? Мы тут можем вот устанавливать, кто что бьет, когда бьет. Давайте запустим. Круто. Можно демона сатану вызвать. Давайте попробуем тут что-то. Вот так вот. Вот. Во. Ай, блин, что я сделал? Во. Да нормально, как по мне. Есть еще вот такие человечки. Могли бы, конечно, им лица нормально нарисовать. В общем, все, не буду отнимать времени. Кстати, прикольный ресурс. На самом деле, мне даже понравилось. Возможно, сам посижу и, что говорится, позалипаю. В общем, всем спасибо за внимание. Всем пока.